Моя работа требует определенного склада ума. Я выполняю задание по устранению указанных объектов. Иногда надо сымитировать несчастный случай. Иногда перевести стрелку на кого-то еще. А иногда жертва должна стать наглядным примером. Просто нажать на курок легко. Верх мастерства — это когда никто не догадывается, что ты там был. Глава наркокартеля Хорхе Лара найден мертвым в своем поместье. Ночью ко мне заглянула шотландская фея, оставила большущую бутылку виски. И не самый последний вискарь, кстати. Пока, Генри. Что, пойдем? Почему тебе дают самые непростые заказы? Ты с любой сложностью легко справишься, остальное нас не волнует. Работу выполнил, хвосты подчистил. Дело сделано. Ты машина, черт побери. Все подмечаешь. Ты видишь людей по-другому. По-другому, не как мы все остальные их видим. Но у тебя есть проблема, Артур. Ты не обзавелся друзьями. Гарри, у меня есть ты. Тогда твои дела еще хуже, чем я думал. Как там Стивен? Я говорил, что устроил его на работу охранником. Так вот, его вышвырнули. Избил одного парня до полусмерти. Сплошное разочарование. Всегда, во всем и всюду. Позвони ему. Мне? Звоните ему? Чего ради? Ему нужна твоя поддержка. Да. Пошли, я расплачусь с тобой. Now treat me very good, nice and friendly like you could. Why don't you tell me why I should hang around with you? I'm so lonesome in my bed, looking sadness fill my head, thinking I'd be better dead than hang around with you. I don't want a man to treat me friendly. So пожалуйста. Or half a mother girl call you baby on the telephone. Why don't you love me anymore? Send me roses in my car. Stop crying on the floor. Just thinking about you. Enough. Get up with the go. Атаку от средней линии.
выходит один на один с вратарем. Штанга! Досадно! Есть хочешь? Все играют очень небрежно. Матч проходит довольно вяло. Нельзя. И это происходит в конце сезона. Невозможно. Невозможно. Внимание! Голевой момент! Я ухожу. Ладно. Что, опять не скажешь, как тебя зовут? Артур. Хорошее имя, но не твое. Нет, ты скорее Дэвид. А может, Брэд? Да, счастливо, Брэд. Требуется механик. Гарри М. Маккена. Компания Global Engineering. Я по поводу объявления. Там, видимо, ошибка. Минутку, пожалуйста. Объявление вычитывали, информация точная. Я прошу о встрече. Мы вам перезвоним. Мистер Бишоп, мистер Дзин согласился на встречу с вами. Через час частный самолет доставит вас в назначенное место. У вас будет 15 минут. Тем же самолетом вы вернетесь обратно. Когда говорят в 10 часов, имеется в виду именно в 10, а не в 11:30. Мне все равно, дружок. Ты до смерти напугал свою маму. 2 недели сидишь дома. Секунду. Это не моя проблема. Ну хорошо, 10 дней, но на тебе мытье посуды. 8 дней посуда и гулять с собакой. Классный перстень. Договорились. И где такое раздобыть? Передай трубку, Мэтт. Нигде. Если ты не чемпион мира. Просто скажи ему, что он должен извиниться. Ладно, к делу. Меня переспорил 16-летний мальчишка. Пройдемся. Внимание, удаляется от машины. 1.5 года назад мы получили самый большой контракт за всю нашу практику. Объект был гораздо известнее, чем нам бы этого хотелось. Но и цена, от какой не отказываются. Цель была в Южной Африке? Объект сбежал в Южную Африку. Операцию мы проводили в Кейптауне. На подготовку ушло 6 месяцев. Я назначил группу из 5 оперативников для совместной работы. Все 5 были убиты. Кому-то все было известно. Ты, возможно, знал ребят из той команды. Вот этого знал. Себастина. Мне не надо объяснять тебе принцип нашей работы. Только 2 партнера знают детали любого задания. И здесь все было известно 2. Мне и Гарри Маккенни. Гарри нас продал. Мы проверили его счета. Взгляни на последние офшорные депозиты. 2 недели назад поступило $20 миллионов. Он постарел, размяк, долгов немерено, развод, сынок обходится недешево. Гарри стал слаб. Я был горячо ему предан. Я никого за всю свою жизнь не уважал больше него. Но Гарри Маккенна отравил колодец. Его надо устранить. Немедленно. Я поговорю с ним. Послушай, я понимаю, что вы друзья, но обратной дороги нет. Гарри сделал свой выбор. Каждая минута его жизни увеличивает угрозу для компании. Для нас удобнее, чтобы все сделал ты.
Учитывая ваши отношения, тебе будет проще выполнить это быстро и тихо. Я признаюсь, не желаю ему причинять ненужные мучения. Нам не хочется привлекать чужих, но придется, если понадобится. Прости, одну секунду. Джаз, хватит с ним торговаться. Извини. У меня встреча. Ну ладно, подожди. Двое суток, или мы решим вопрос без тебя. Так, засранец, не перегибай, и так легко отделался. Да, знаешь, Рузвельт, вот кто действительно мой герой. Умел ведь управляться с этим чертовым креслом. Джаспер, будь добр, подтяни брюки. Пожалуйста, брюки подтяни. Все же до костюмов, ребята, вы еще не доросли. Утечка срывает покушение на убийство. Все пятеро подозреваемых застрелены. Уходи из дома, Гарри. Артур? Сегодня ночью за тобой придут. Кто? Кто придет? Дин. Бери все, что может против них пригодиться, и беги. О, боже. У тебя есть ножницы? Да. Выезжай к лифтам. Уже еду. Похоже, на 18 этаже электричество вырубилось. У тебя 15 секунд, чтобы попасть в служебный лифт, прежде чем включится аварийное освещение. Здесь кодовый замок. Набери номер дома. Я думал, что мы все обесточили. Служебные лифты подключены к другому источнику. Сработало. Жми на кнопку подвала. Лифт спустится туда за 18 секунд. Подвал пустой, им не пользуются. Съезжай по пандусу. Он соединен с соседним зданием. Там есть подземная стоянка. Черт. Камер слежения в этом здании еще нет, так что им придется действовать вслепую. Сейчас ты уже должен въезжать на стоянку. Моя машина здесь. Это я ее там оставил. О, черт. Ну, лавкач, заставил меня провести собственную охрану, а? Никто не видел, как я уехал. Так в чем причина? В Кейптауне, верно? Да. Верно. Ну и что это будет сейчас? Угон машины? Полиция обнаружит мой минивэн в какой-нибудь городской трущобе? Раздетым и без колес. Что-то вроде этого. Внесу небольшую редакторскую правку. Ты ведь не против? Амат Виктория Карм. Победа любит подготовку. Я успел сделать пару выстрелов. Они отняли у меня пистолет. Селяви. По крайней мере, не умру, как размазня. Он у меня уже 33 года.
От самого адмирала Бизли. Шестой флот. Я сегодня впервые из него стрелял. Что ж не в меня? Смысл? Они найдут кого-то еще. Уж лучше пусть будешь ты, Артур. Тебе с этим жить. Артур, мать его, Бишоп. Сочувствую, Стив. Себе сочувствуй, ты больше потерял. Ну, всего. Ты меня до отцовского дома подбросишь? Твой отец много о тебе говорил. Хотел найти возможность наверстать упущенное. Слушай, хорошая. Он все время тебя поминал. Он раскаялся, Стивен. А мог снять трубку и позвонить. Все достойно служили своей стране. Я, наверное, тоже еще гожусь. Запишусь, чтобы мной гордился. Да я прикалываюсь. Не знал, есть ли у тебя его фотка, и подумал, вдруг тебе нужна. Кажется, ты не собираешься тут задерживаться. Ну а смысл? Завещание он не оставил. На счетах ноль, дом за долги заберет банк. А когда адвокаты и город, и штат разберутся с остальным, разденут окончательно. И куда двинешь? Куда-нибудь. Тебе нужны деньги? Спасибо, нет. Сюда заглянет один парень, продам ему машину. Я так прикинул, до следующего логова добраться бабок хватит. А оружие зачем? Да вот думаю покататься ночью. Может, одного другого угонщика завалю. Так, навскидку, любого, кого встретишь? А вдруг мне повезет, и я попаду в того, кто убил моего отца? Тебе что, полегчает? А я почем знаю. Вот и посмотрю. Проспись, Стив.
Бишоп, кем надо быть, чтобы выстрелить в человека в инвалидном кресле? Эй, тебе помочь? Нет, кажется, не надо. С другом тот встретиться хотел, да, видно, напутал с адресом. Ага. Что ж, такое бывает. А, возможно, и адрес со мной напутал. Классная тачка у тебя, классная. Спасибо. Я ее заберу. Чего? Я помогу тебе избавиться от нее, козлина белая. На выход. Серьезно? Серьезно. Очумись. Ну ладно, ладно. Угонщик. Ты из этого его застрелил? Мать твою. Из этой пушки? Черт! Нет. Вот это ты зря. Не продумал все до конца, да, Стивен? Ты сейчас в это не веришь, но сегодня ночью тебе везет. Реймонд, вставай. Если кто спросит, упал. Я понял. Не заставляй тебя ловить. Проваливай. Глупо убивать тому, у кого есть мотив. Все равно, что мишень на спине нарисовать. Мне наплевать. Я в курсе. Езжай отсюда. Я обдумал все, что ты вчера сказал. И хочу знать все, что знаешь ты. Залезь в интернет. Все там и прочитаешь. Но я про это не читать хочу. Я хочу это делать. Что именно делать? Бишоп, не парь мне мозг. Я знаю про тебя. И про него. Он выбрал и учил тебя, а не меня. Ты в долгу перед ним. А раз его уже нет, то свой долг ты отдашь мне. Езжай домой, Стив.
все еще продается. Ведь ты о ней мечтаешь. Другой жизни не будет, только это. А хочешь совет? Прислушивайся к сердцу. Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты еще не бывал. Приют для собак номер 2. Чем помочь? Какую породу вы хотите? Ага. Да, приезжайте, пожалуйста, послезавтра. Что это за место? Приют для животных. Это я понял. Зачем мы здесь? Конечно. Ищу вот такого щенка. Да, желательно до года. Я думал, ты кошек больше любишь. Кто такой механик, знаешь? Помимо очевидного ответа. Это тот, кто решает проблемы, работает по контракту, наемный убийца. Я выполняю задание. Устраняю указанные объекты. И я так могу. Много дерьма повидал. Ну, вряд ли. Тебе ничего обо мне не известно. Стивен Джексон Маккена, родом из Балтимора. В 12 потерял мать, запила болеутоляющей водкой. Ты учился в 3 школах, в Грант, Дирпарк и Монро. За достижения в спорте заслужил стипендию и диплом, которые отозвали с формулировкой обладания с целью перепродажи. 4 привлекался за физическое насилие и угрозы в адрес 2 своих подружек. Повредил колено в уличной разборке. К врачу не обращался, ждал, когда заживет. Теперь хромаешь во время дождя. Покажу снимки, если захочешь. Мой друг хотел бы взять вот этого парнишку. Тебя, малыш. Здесь важна правильная философия. Месть — это чувство, которое может тебя убить. Так что больше никаких глупых выходок. Выгуливай, корми, он твой лучший друг. Завтра Фишер Сквер номер 11. Возьми его с собой в кофейню на Ривердейл. Закажи кофе, черный. Сядь за столик у окна и решай судоку в газете. Изобрази любовь к собачке. Ну и долго? 1 час. Ежедневно в течение 3 недель. Стой! Это твое! Это твое! Изучай-ка вот это. Здесь все об инфарктах. Страховые компании знают все о том, как люди умирают. У них даже есть книги со статистикой, где приведены все вообразимые причины смерти. Проще стрельнуть, и пошло на все. Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. Продано. Постель под коробками. Устраивайся. Ha ha ha!
Давно ты ее собираешь? 2 года. Отлично. Ну и скоро мы прокатимся. Мы? Никогда. Пора выводить тебя на следующий уровень. Кто это? Он свой. Ты непроверенный. Могу зайти позже. Неохота тут светиться. Аутоэротическое удушение? Ага. Дал тебе увидеть все вблизи. Руками не трогай. Пошли со мной. Кем он был? Заданием. Ни больше и ни меньше. Но если это тебя успокоит, он был подпольным торговцем оружия. Продавал пушки всем. Убийцам копов, насильникам, террористам. Не привередничал. Вот тебе досье. Это парень из кофейни? Он твой. По виду не догадаешься, но он механик из другой группы. Единственная привычка – кофе по утрам с 9 до 10. Нигде не бывает дважды, только здесь. Очень внимателен, осторожен. Невозможно подобраться так, чтобы он не заметил, но у него 2 слабости. Чихуахуа. Можно присесть? Хорошо. И мальчики. Понимаешь, о чем я? Кофе черный. Благодарю. Он проверял тебя эти 3 недели и не нашел никакой связи между тобой и этим миром. Он видит просто симпатичного, слегка растерянного паренька. Дать подержать его? Да. Он это любит. Ты мой маленький. Если он заинтересован, то первым делом спросит тебя. Живешь где-то неподалеку, Стив? Ты должен ответить. Я, ну, так по друзьям тусуюсь больше. Значит, ты на мели и открыт для предложений. Он мой приятель. Да. Потом он спросит. Как-нибудь вечерком выпьем? И ты должен ответить. Да. Отлично.
Здорово, да? Флонитразепам. Снотворное? Я ведь не насиловать его буду, а убивать, надеюсь. От 2-3 капель ему будет дурно. Больше 6 сердца остановится, а мозг умрет через 3 минуты. Сделай это в баре. Сделай чисто. В таких дорогих местах всегда разбавляют. Знаю. Вот почему все так легко и быстро пьется. Но это они точно не разбавляют. Это просто клево. Хочешь еще? Да. Джеймсон, да? Джеймсон двойной, пожалуйста. Хорошо. Не играй с этим парнем. Сделай это в баре. Я хочу знать все, что знаешь ты. Я хочу это делать. Что? Что смешного? Ничего смешного. Я просто, кажется, переврал. Нет, ты в норме. Нет, я лучше, я допью это. Я допью, а потом... Мне надо прилечь. Все было очень замечательно. Стив. Эй. Порядок? Да. Сам как, хорошо? Ну, а как же. Слушай, тебя может подбросить? Машина рядом. О. Идем. Я кое-что тебе покажу. Да? Идем. 2 метра роста, 130 кило и навыки убийцы. Даже не пытайся с ним справиться. И что бы ни случилось, не садись к нему в машину. Что скажешь? Здесь здорово. Налью тебе выпить. Рисуешь? Да, это хобби, вообще-то говоря. Не слабое такое хобби. Твое здоровье. А в гостиной, как водится, камин. Отсек для расслабона. А здесь то, чем я больше всего горжусь. Чё за парень? Это Будда, маска 14 века. Ох, как же трудно было ввести его в страну. Хорошо, когда есть друзья. Добрые друзья, которые всегда помогут. Ты таких завел? Очень близких друзей. Трясешься, как осиновый лист. Сядь. Тихо, тихо. Давай я сам. Помедленнее, ковбой. Yeah!
Ведь говорил, сделай чисто. До скорого. Это была работа или удовольствие? Меня бы кто так приласкал. Down to the crossroads, with a tree in a dusty road, I was looking for the devil. Looked down my shelf, I started thinking on a high enough. Here is at the common shed, it was good old boys, hell how's it? Hey, спасибо. Я назову его Артур. Привлек постороннее лицо на завершающем этапе работы. Это нарушает нашу договоренность. Мы договаривались только с Гарри. С вами договора нет. Одна лишь оплата. Я думаю, тот, кого я обучил, будет вам полезен. Стивен Маккенна, вероятно. Он знает, что ты убил его отца?
Эта работа очень срочная. Клиент готов доплатить за срочность. Не пойдет, мало времени дают. Твое поведение вызывает у меня и у других большое беспокойство. Смотри, не заиграйся. Повторяю, дело первоочередное. Я его изучу. С Богом едины. Бог касается меня, а я касаюсь его пасты. Эндрю Ван, 45 лет, называет себя новым мессией. Преподобный Ван. Просто Ван. Я не преподобный, не признан ни одной из мировых религий. Я выше культов, я Ван. Заработал миллионы долларов на своих церквях, проповедях, телевизионных программах. По сути, он заправляет сектой. 12 кубиков адреналина в сердце, и через 3 минуты конец. Станок из сердца не подойдет. Его запускают у каждого четвертого. Если скорая успевает, то они первым делом тебе вкалывают эпинефрин. Который токсичен при совместимости. С адреналином. И если вдруг его не убьет укол адреналина... То скорая его добьет. Чикаго, штат Иллинойс. Как-то вечером он ушел с занятий по изучению Библии со своей юной приверженкой. 2 недели спустя нашли ее тело. Вскрытие показало, что она сделала аборт. Друзья девушки утверждали, что ребенок был от него. За 22 миллиона он замял эту историю. Ладно, давайте закругляться. Благословляю. Следующий. Прошу вас поближе. Вы новенькая, давно вы у нас? 2 недели. А сколько вам лет? Пальцы были обмотаны пластырем. Так что, если найдешь пластырь в сэндвиче, это не мой. Все чисто. Как самочувствие, Иван? А ты как думаешь? Где Фрэнк? Я за ним послал, должен скоро быть. Вот и легок на помине. Сегодня мне что-нибудь особенное дайте. Хочу праздника.
Начнем духовную работу. Духи будут работать вам на пользу. Да он нарик. Ему вводят кетамин. И что? Кетамин нейтрализует адреналин. Теперь это не сработает. Господь похлопал меня по плечу и сказал: что будем делать? Ты избранный. Я не просил его об этом, но моего плеча коснулась длань Господня. И он повелел мне: вставай. Сворачиваемся тогда. Стой, стой. Если он сюда вернется, мы успеем. И услышал я зов его. Я слушаю. Да, это так. И пошел я за ним. Эндоскоп. Сунь ему в глотку. Сунь ему в глотку. Он задохнется. И вот я попрошаю тебя. Если они полагают, что я выложу всю сумму за дом при таком рынке, то они просто рехнулись. Как могу я изменить мир? Как могу я еще лучше заботиться о своих прихожанах, о стаде своем? Порой я сомневаюсь. Порой я сомневаюсь, хватит ли мне сил, отваги. Я смотрю на тебя в зеркало и думаю. И думаю, я тот, кому вы доверились, кому пришли вы с тяготами и невзгодами своими. Так могу Боже. Ли я обмануть? Ральф, быстро сюда! Тогда что такое? Мне. Что такое? Я доверился Богу. Он мертв? Да, мертв. Ублюдок, я так и знал, что этим кончится. Собирай все это дерьмо и проваливай отсюда быстрее. Попробуйте его поднять. И проверь. Сними его со стены. А не в стене! Быстро за ними! Перекрыть вход и двоих на крышу! Живо! Иди туда!
Они ищут двоих мужчин. Вылетай из аэропорта Мидуэй, я полечу из Охара. Встретимся завтра дома. Вот сюда, сюда, проходите. Сюда. Да-да, верно. Эндрю Ван, скандально известный религиозный деятель, официально был объявлен мертвым. Полиция продолжает расследовать причину перестрелки, последовавшей за его гибель. Злоумышленники пока не найдены. Пассажиров летающих рейсов 32-48 до Майами просят пройти к выходу номер 6. Все пятеро были убиты. Все пятеро были убиты. Ты, возможно, знал ребят из той команды. Просим встречающих пройти к выходу номер 4. Встречающих. Такси! Такси! Извините, к терминалу Д. Другой автобус вон там стоит. Уходит через 15 минут. Спасибо. Когда он отходит? Через 15 минут. То есть у нас не так много времени. Что тебе надо? Знать, почему ты жив. Ведь тебе всадили пулю в голову. Что же случилось в Кейптауне? И где остальные члены группы? Убиты. Кто платил тебе, Гарри или Дин? Дин хорошо мне заплатил, чтобы я убил остальных. А потом и свою смерть инсценировал. Знаешь, что еще он мне сказал? Что у Гарри были подозрения насчет сорванной операции. Он намеревался нас выдать. И надо было убрать его. Они знали, кому бы это удалось. Кто мог подобраться к нему? Дело не в том, что ты его убил, а в том, что тебя развели как лоха. Вот что тебя бесит. Я прав?
Ну как? Твоей команде не везет. Это были две мои лучшие группы. Значит, надо послать еще. Не трать бензин. Я сам приду за тобой. Когда ты будешь дома? Я есть хочу. Ты где сейчас? В гостиной. Сядь там на диван. Уже. Думаю, ты не один. Пистолет под левой подушкой. Заряжен и снят с предохранителя. Я вообще-то не левша. Тогда ты умрешь. Ладно, увидимся, когда приедешь. Буду через 5 минут. Кто прислал этих ребят? Тот, на кого я работаю. Сгребай все с верхней полки и тащи в лодку. Ты никогда не вспоминаешь тех, кого убил? Нет. А ты убивал тех, кого знал? Да. Чувство было другое. Не в тот момент. А потом? Было, ну, предупреждение какое-то. Ты дал время, чтобы подготовиться. Как-то с этим фактом. Примириться. Примириться нельзя. Короче, лучше не извещать никого о своем визите. Да. Да, это в конечном итоге и не важно, если ты жив, а не мертва. Привет, Финч. Что вам надо? Господи. Выслушай очень внимательно, Финч. Кого я тут раню, а кого убью, мне без разницы. Мне нужен ответ на простой и короткий вопрос.
Где Дин? Решай, насколько далеко я зайду. Пальцы. Запястье. Нет! Локоть. Скорее, Джо! Скажи ему все! Что он будет знать? Хватит! Хватит! Он на Колби Плаза! Дом 300, Колби Плаза! Клянусь, он там! Похоже, вы без хорошего ужина остались. Как же таких земля носит? Да. Сколько стоила жизнь Гарри? 50 миллионов. И я вот что сделаю. 10 миллионов на счет в любом банке в течение суток. Хорошие условия, соглашайся. Не интересует. Киллер себе совесть отрастил. Это нарушение профессиональной этики, мистер Бишоп. Смерть Гарри просто бизнес. Ни больше, ни меньше. Но теперь будет не так просто. Вот это точно. Я назначу за твою голову такую цену, что даже собственное отражение в зеркале захочет выстрелить тебе прямо в лицо. Ты столько не проживешь. Да ты дурак. Думаешь, доберешься до меня раньше, чем я до тебя? Уже добрался. Где у нас переговорная Е? Этажом выше, сэр. Он в здании! Выводите меня отсюда! Нашли уже Бишопа? Еще нет. Стоять! Выйти всем из автобуса! Быстро! Быстро все выходим! Давай! Назад! Быстро, трогай!
Сдохни. Что теперь делаем? Оба исчезаем. Новые имена, новая работа. Вместе? Тебе решать. И что дальше? Купим двухъярусную кровать, будем жить в палатке? Хочешь пить? А у меня всегда сидела какая-то злость внутри. И кажется, теперь я нашел ей выход. Жаль, если придется завязать со всем этим. Я, конечно, свой бизнес могу открыть, если что. Есть еще куча людей, готовые платить. И, кстати, ты не прав. Месть — это достойная цель. Хочешь что-нибудь? Да. Последний шанс. Ничего. Стивен. Мне жаль, что все так вышло. Но ты ведь уже в курсе. Мне все это похрен. Я уточню. Да точно, друзья. Я тут живу, хорошо знаю. Thank you.
Стивен, если ты это читаешь, то ты уже труп, Бишоп. Все четыре камеры. Смотрим вторую. Сейчас. Так. Так. Вот. Видел? Видел. Давай-ка еще раз.